Еще одно важное направление властей Ненецкого округа – строительство качественных автодорог. Из федерального бюджета на эти цели наш регион получит почти 420 миллионов рублей. Средства будут направлены на строительство дороги Наринмар-Усинск. Об этом на пресс-конференции заявил вице-губернатор Сергей Сурков. Чтобы получить средства окружной администрации, необходимо заключить соглашение с Росавтодором. После этого деньги будут поступать по определенному графику. Администрация региона, в свою очередь, будет предоставлять определенную форму отчетности, в которой будет обозначено, куда потрачены и перечислены деньги, и на какие конкурсы разыграны. Власти НАО планируют заключить соглашение в ближайшее время, чтобы начать строительство дороги Наринмар-Усинск как можно раньше. Мы планируем одни из первых подписать соглашение, потому что у нас достаточно узкий временной интервал, когда мы можем разыграть конкурсы и завести все необходимые строительные материалы, потому что песок нам надо заводить по зимнику, потому что в противном случае мы пропустим еще и этот строительный сезон. Поэтому мы кроме заинтересованы, чтобы в кратчайшее время подписать соглашение и приступить уже к реализации, к своей денег. Кстати, проект строительства дороги уже готов, его стоимость порядка 9 миллиардов. Также Сергей Сурков отметил, что часть денег направят на ремонт дорог в окружной столице.